В Твери продолжается акция «Тепло для героя» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. К проекту присоединились представители Тверского областного совета ветеранов. Подробности в нашем сюжете. Акция «Тепло для героя» проходит уже третью неделю. За это время к ней присоединились практически все общественные организации города. Теплые подарки, связанные своими руками, поздравительные открытки и просто письма со словами поддержки военнослужащим – подготовили и участники областного совета ветеранов. Это связь поколений. Они чувствуют нашу теплую заботу. Я тоже присоединяюсь к теплым подаркам, к теплым вещам. Пусть будет от сердца тепло, и от тепло наших рук. Конечно, это наши воины, которые действительно нас охраняют, защищают и родину, и своих детей, и нас вместе с ними. Если они получат что-то такое от нас, это благодарность. Члены совета не только активные участники акции «Тепло для героя». Более 3 месяцев они формируют посылки с вещевыми и продуктовыми наборами для военнослужащих. На этот раз с ними встретился куратор федерального партийного проекта «Единой России» старшее поколение, председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Такие душевные моменты, они, может быть, материально не большие, но они, их цена именно в том, во внимании, то, что мы помним о них, думаем, чтобы им было тепло там, чтобы им было какой-то комфорт. Я уже говорю, что они обеспечены всем. Но вот душевное тепло, оно не помешает, оно нужно. И эти вещи тоже не помешают. Они тоже домашние, сделаны руками, удобные. К всероссийской акции «Тепло для героя» могут присоединиться все желающие. В Твери посылки принимаются в городском совете ветеранов по адресу проспект Победы, 11.